наша дорогая матушка, которой столько лет тоже служила людям, как сестра милосердия в больницах, также в Сиэтле, но как и святые мученики. Благоденственное и мирное житие, здравие же и спасение, и во всем благое возвышение, подай, Господи, рабам Твоим, всечестному протерею Твоих, на многое. Хотелось бы,
с Божьей помощью эти ваши чувства были бы перенесены на вашего нового настоятеля, нашего дорогого отца Александра, который Божьей милостью и архипастырским благословением стал настоятелем этого храма. Давайте пропоем ему многое. Thank you.